Так, ну вот, между прочим, я тут снимал это кино. Это было 20 октября. Вот прошло 3 недели и 5 дней, потому что сегодня уже, наверное, 15 ноября. Вот, а называется этот гриб говорушка подогнутая. Вот, и что главное интересно, вот эти вот грибы такого вот размера до сих пор стоят и до сих пор целенькие. Вот что меня удивило, прошло 3 недели. Как такое может быть? Ну и вот и так вот грибы тут растут по кругу получается. Здесь вот грибы, они уже маленько, их уже листво присыпало. Эти вот грибы уже плохие, видно уже, есть его не стоит. Тут вот еще один такой же вот грибочек стоит. Вот они дальше растут. Так, и потом они тут идут дальше. Ага, вот они дальше пошли. О, тоже хороший, огромный грибочек получается. Так. Вот он еще один. Еще. Вот тоже гриб огромный. Так, а толщина у ножки, наверное, получается 3 сантиметра. Так, ну и вот они тут дальше растут, эти грибочки. И вот здесь вот еще несколько. Вот, похоже, то же самое. Но главное, они стоят, что меня удивляет. Они стоят, главное, и не портятся, и не гниют. Ну вот. А, вон там еще несколько штук. Тоже вот они, пожалуйста. Вот один, второй, третий, четвертый. Там вот еще две штуки. Пахнет интересно такой запах. Даже не знаю, чем пахнет. Чем-то необычным. Ну а здесь вот обыкновенная тропинка идет туда и ведет сюда. Грубо говоря, это прямо на окраине населенного пункта. Конец.